Первый свой прыжок, как первую любовь не забываю. До выхода на сцену пару минут. Волнения нет, говорит Дмитрий Вахрушев. Есть желание передать свои чувства слушателям. Для конкурса он выбрал строевую песню своего батальона. В течение 5 лет учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном училище она поднимала боевой дух курсантов. Выступает Дмитрий в номинации «Золото погон». Все исполнители в ней – офицеры. Практически все ветераны афганцы, знакомые мои десантники, все ветераны, практически все знакомые. Брата десантника у Руслана Сагдеева нет. Юный исполнитель признается, просто песня понравилась. С ней третьеклассник 36-й школы победил на районном отборочном этапе «Афганского ветра». В финале выступает в номинации «Сын полка». Ну, я старался, пытался на этот конкурс попасть. И я не знал, что я попаду на этот конкурс. И вот произошло чудо. В финале «Афганского ветра» на сцену вышли более 40 исполнителей от 9 до 50 лет из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска. Жюри оценивало музыкантов в 7 номинациях. Мне, как всегда, очень нравится, очень. Это замечательный фестиваль, я его люблю и думаю, уверен, что он многие годы будет нас радовать. Победители фестиваля получили не только ценные призы, но и возможность принять участие в областном конкурсе патриотической песни в Екатеринбурге. Альбина Стаславская, Дмитрий Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ.